Торги на казахстанской фондовой бирже возобновлены и проходят в штатном режиме. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщила заместитель председателя правления КАСЕ Наталья Хорошевская. Запуск торгов, которые должны были начаться в 11 утра, откладывался два раза из-за технического сбоя. Таким образом, провести сделки участники фондового рынка смогли лишь в 14:00. А вот операции на валютном рынке начались еще утром в штатном режиме. По словам Хорошевской, сейчас торги проводят на уровне 468 тенге за доллар. Рост по предыдущему средневзвешенному курсу составил около 6,5%. А объем торгов превысил 171 миллион долларов США. При этом сделок с парой тенге-рубль сегодня не зафиксировано.